2 августа во всем мире празднуется день рождения почтового ящика. Впервые они появились на улицах Лондона в 1858 году. Министерство социального развития Московской области решило своеобразно отметить этот праздник. В муниципальных представительствах ведомства в эти дни проходит необычная акция. Теперь в одном из кабинетов Ленинского управления социальной защиты висит почтовый ящик. Правда, не совсем обычный, о чем говорит надпись на нем. Любой, кто приходит сюда за консультацией или получением документов, может оставить свои пожелания, жалобы или предложения, касающиеся работы учреждения. Нам интересно получать обратную связь от граждан, которые к нам приходят, с целью, конечно, в первую очередь понимать, что нужно еще сделать, чтобы улучшить качество предоставления услуг, ну и просто довести до граждан, что любое обращение, оно будет рассмотрено в максимально короткие сроки, и всегда гражданин получит на него ответ. Почтальоном работает лично заместитель начальника Ленинского управления социальной защиты Андрей Миков. Несколько раз в день он достает обращения жителей. В этот раз две благодарности и одна просьба о помощи. Каждое это письмо, оно будет рассматриваться даже не здесь. Мы на самом деле все эти письма переправим вышестоящему руководству министерства. И они уже будут давать оценку нашей работе, будут рассматривать предложения, ну, благодарности или жалобы. Безусловно, такая связь особенно подойдет людям старшего поколения, мало знакомым с интернетом. В целом же способов связаться с представителями ведомства предостаточно. Разместить свое обращение можно как на сайте нашего управления, на сайте Министерства социального развития. Подобные странички есть на сайте всех наших подведомственных учреждений. И мы всегда ждем информацию от граждан. И хотим, чтобы наши услуги предоставлялись качественно, в полной мере, в срок. Первоначально планировалось, что акция продлится не больше недели. Но уже сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы ящик функционировал на постоянной основе.